Удобно, полки вешать, да? Очень удобно, что вот так вот действительно раз. Да, домашнего мастера это крайне удобно. Руками все сделали, чтобы не заменили. Обалдеть. Это что? Телескопический фонарь. Для того, чтобы подсветить труднодоступных местах. Супы и светить? Да нет, он разлетается просто почти на метр, на 60 с чем-то сантиметров. А, и вот эта штучка. Можешь головой, здесь? Да, забраться в блок. Просто разглядываю фонарики и оптику. Я тоже еще ну, а также, если что-то упал металлический, то можешь достать. Скажи, если что-то надо, то не поможешь, значит, я фактически не хочу сказать. Если не надо, то не поможешь. Просто предложи, если ей надо, то она пускает. Не тебе получается. За стиралкой там или на кухне. Для зубных врачей. Нет, для зубных, это что-то великовато. Смотря у кого какой ротик. Я бы тогда сказал, для проктолога. Сейчас все проктологи выстроятся в очередь за этим фонарем телескопическим. Взрыв на рынке. Это три диода, что ли? Три диода, да. Три диода? А скажите, а есть ли фонарик на гибком таком? На гибком таком вот. Ну, таком вот на гибком. А, вот на гибком. Ну, вот я только что его смотрю. Вы не зубной врач? А сколько стоит? 350 рублей. Раздвигается на 60 сантиметров. Максимально 60, да? И там, ой, и там два магнитика, кстати, скажи, что там. Там же два магнитика еще есть. Ну, голова у нее магнит. Если можете что-то достать, вот здесь упало, там куда-то нет, плохо доступно. Крепить можете, да. Если гвоздик упал. А, кстати, хороший вопрос. Вы его можете достать. А также еще прикрепить можно фонарик. 250. Да. Нож-трансформер, нож визитная, ну, в смысле, пластиковая карта. Это в кошельке она лежит в таком виде, как обычная пластиковая карта. Нужно что-то отрезать. Включайте нож. А он сам металлический, вот лезвие? Лезвие, естественно, металлическое. И а он сколько стоит? 250 рублей. Так много хорошего всего. Лучше всего это прилом. Лучше всего это рогатка, конечно. Рогатка это вообще-то вещь. Особенно если это радиостанция. Монокуляр с радиостанции. Стрельба по кошке в домашних условиях. Да?